Снова всем привет, это уже второй эпизод за сегодня, так как еще будет третий, я так надумал, и да, все-таки будет третий. Ну, я думаю, вы помните почему, потому что у меня сегодня день рождения, да, как я говорил, и вот это второй эпизод. Ух, ни хрена ж твою, я только... Честное слово, ну, как я говорил в предыдущем эпизоде, я сейчас его закончу и сразу начну записывать третий, и только же сказал, что начну записывать... какой нафиг, второй начну записывать, и потом начну записывать третий, потому что у меня сегодня день рождения, да, как я обещал, что сегодня выйдет 2-3 эпизода, больше, чем обычно, и вот только спустился вот сюда и встретил Вартортла. Вторая стадия нашего Сквиртла. Это немножко фигово, потому что я уже как объяснял, лучше ловить покемонов с первой стадии. Потому что, если ты ловишь покемонов с первой... Иди сюда. Лучше я сразу на тебя накинусь, чтобы ты... Ну, в смысле, начну бой, чтобы ты не убежал. И... Как я говорил, лучше ловить покемонов с первой стадии, потому что, ну, например, он еще маленький уровень, и в стадии прокачки покемона ты будешь выбирать способности, которые ты сам хочешь для него прокачивать, да. А вот, например, Вартортл, вторая стадия уже, у Сквиртла, у него уже некоторые умения как бы выучены. И учил не ты их, так как он уже как бы свободный покемон. А они учились автоматически. Ты не знаешь, какие там ему умения выучились. Хорошие, плохие, сильные, слабые, отличные, еще раз отличные. Или какие-то там другие, или еще другие. Я не знаю. Ну вот поэтому... Ну, пусть будет. Нифига себе ты урон нанес. Лучше я тебя заменю, ну, в смысле, попытаюсь ловить. Ну, так как у нас Сквиртла нету, нет, не словился. Да, так как у нас Сквиртла нету, поэтому, ну, лучше я словлю вот сейчас Вартортла, чтобы все-таки он был. Я, если честно, не знаю, но думаю, так, как обычно, он прокачивается вот такие покемоны, как Вартортл, Сквиртл, Шармелеон, Бульбасар, прокачивается к последней своей эволюции, как обычно, на 36 уровне, то бишь, он уже 25 уровень, еще 11. Ну, хрен я его словлю. Да, я что-то забыл, я же... Лучше я его немножко побью, чтобы снять ему урон, чтобы легче его было словить. Я что-то вообще забыл, если честно, я думаю... Вот поэтому я и не хотел бить его. Ну нах... Вот подарочек мне. Нашел одного с любимых покемонов и убил его с одного удара. Еще и... Чё ты так глючить начало-то? Я думаю... Ни хрена себе. Что это такое? Почему так глючить начал? Я не знаю, обрежу я это или нет. Ну это хрень какая-то... 0 FPS? Серьезно? 6, 4, 10, 11. Во, вроде поправилось. 13. Ну это и так нифигово, как маленько. Да. Вот это вообще хрень получилась полная. Нашел... Еще раз скажу, одного с любимых покемонов, пытался его словить,
потратил еще пару ультраболов и потом хотел ему немножко снести, ну, урона, чтобы его проще было словить, и убил его. Вообще жопа полная, ребята. Честно. Только я хотел говорить, что я не использую скиллы, почему я типа их не юзаю, так как, ну, чем меньше у него жизней, тем проще же покемонов ловить. Как обычно, нет? Так как и было везде. Потому что ты как бы на них нападаешь, утомляешь их боем и потом ловишь их. Но я не думал, что Хаунтер убьет его с одного удара. Жопа, еще раз жопа, еще раз жопа. Да, давай, еще убей Шаризарда. Вообще никаких скиллов нету. Еще давай Хантера убей. Я так понимаю, я сейчас домой вернусь. Ни хрена себе, сколько там времени нужно возвращаться. Да. И все. И мне сейчас полный кирды, так как у меня нету покемонов, которые наносят хоть какой-то урон. А хотя есть еще Кадабра. Я и забыл про Кадабру. Да. Еще какой-то скилл. Вот, это, думаю, Confusion. Хотя Confusion, думаю, нужен. Confusion нужен, да. Он же Confusion конфузит покемонов и легче их ловить. До меня сейчас только в мой мозг сонный дошло, что я мог вот этот скилл использовать на Вартортла, конфузить его нафиг и словить. Что-то до меня вообще как-то очень быстро дошло, не? Ну ладно. Если повезет, найдем еще одного. Да. Говори, размечтались, не? Ладно, короче, бежим дальше. Я не знаю, бежим в направлении дома или бежим в направлении... в другом направлении. Так как наш Шаризард мертвый, можно сказать, самая убойная сила всей нашей команды. Да, вот до меня опять только сейчас зашло, дошло. Если Шаризард, то мертвый, а я хотел вернуться домой, а домой 1 километр с чем-то. Вот это действительно я буду долго возвращаться домой, получается. Так я мог сесть просто-напросто на Шаризарда и долететь на нем. А вот сейчас хрен я долечу, а только дойду, да. И не очень-таки быстро, можно сказать. Буду просто-напросто идти в другом направлении. Искать, может, еще... Ну, да, ну... Ага, покеболы. Опять забыл вызвать Иви. Опять, и опять, и опять. 76. Так, бегай за мной. Магнемай. Нет, нам не нужен, я так думаю. Бежим дальше. Да... Профукал я, короче, Вартортла. Я думаю, я правильно говорю, как он называется. Ну, надеюсь. И серьезно, и даже не найду вот горы, на которых можно найти еще 2 Тандерстона, чтобы сделать себе из Пикачу Райчу. Ну, хотя бы постараюсь найти. Опять же. Вижу там шахту. Так, Иви. Бежим дальше. Где наш Иви? А, телепортнулся. А, опять покушать. Я думаю, почему ты спринт не хочешь включать? А ты голодный мужичок.
Нет, сюда. Бежим. Покемоны есть какие-то, чтобы словить? Нет. Ну хочу хотя бы один маленький покемон босс, ну пожалуйста, чтобы прокачать уровень, чтобы надропать всяких там разных плюшек. Напугал. И ну и да, вот так. Я думаю, возле этих я не буду проходить, так как они нападают, а у меня в данный момент мой Шаризард мертвый, и опять ночь. Это меня опять бесит, так как ночь, да? Покемоны все прячутся. Ну, не прячутся, спать идут. Опять не туда бегу. Хотя, можно сказать, я и правильно бегу. Как бы по берегу. Потому что, на, ну, можно найти еще одного там сквиртла. Хотя со второй стороны лучше бежать по лесу. Потому что можно найти... Как это называется? Бульбасаура. Нападем на Слоупока. Ну, вторую стадию его уже. Он вообще какие-то урон имеет, нет? Ни хрена себе имеет. Ну не издевайся же ты. Нет, не убей. Нет, не, 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 не убей, ну пожалуйста. Нет, 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 нет. У меня вообще тогда команды не останется. Ху, слава богу, убил. Ну хотя сейчас у Кадабры не так уж и много жизни, чтобы еще выиграть одно сражение. Если вот, например, я встречу какого-то босса, то фиг я его убью. Да. Так. Я не знаю почему, но мне вот так кажется, что вот эти исторические покемоны закаменелые, вот эти Анорит, как будто вообще просто-напросто мешают мне вот тут. Я не знаю почему. Считай, те они урона почти что и не наносят. Я не знаю, как сейчас, может я ошибаюсь, может на окончательных их стадиях они там будут иметь какой-то там сверхъестественный урон. Ну вот сейчас они вообще ничего не имеют. И поэтому их вообще и сложно и прокачивать, потому что они прокачиваются на очень большом уровне. Ну, а Норит, например, вроде на 40-м уровне уже достигает... О, еще одно яблочко. Уже достигает своей окончательной эволюции. А Кабуто, я не знаю на каком, но предполагаю, что тоже вот на таком. В 40-м, да. Ну, покемоны все мертвые. Других покемонов не нахожу. Вот сейчас думаю... Хотя... А, нет. Хотел сказать, что вызову Шаризарда и полечу искать горы. Чтобы уже наконец найти эти два Тандерстона. Так. Ну ладно, три Rare Candy у нас уже есть. Я думаю, вот эту фигню с яблоками я сделаю потом. Ну, в смысле, без съемок я так себе надыбаю хотя бы еще, ну не знаю, сколько яблок, но сколько повезет. Чтобы уже прокачать хотя бы пару уровней каждому покемону. И это будет классно. Ну, как бы быстрее прокачается. Фух. Бежим, бежим через джунгли. Ну тут не найдем никого, я так думаю. Да и вообще не найдем
Вот так просто, потому что ночь. А, Шаризардик, почему ты мертвый? Так бы тебе вызвал, просто-напросто полетел куда мне нужно. А домой возвращаться это капут 2 километра. Я думаю, вот закончу вот этот эпизод. Просто-напросто сгоняю домой. Вылечу покемона. И потом запишу третий эпизод. О, вот. Яблочко валяется. Кстати, вот 4 яблочка. Я думаю, как я сказал, сбегаю домой. И может надыбаю там за 20-30 минут еще там. Ну, еще пару яблочек, да. Еще хотя бы там, не знаю. Не-не-не-не-не-не. Этот нападет. Ну, не знаю, сколько еще, сколько получится. Чтобы прокачать покемона. Считайте, если вот сейчас у меня Анори 27 уровень, 4 яблочка, то бишь он уже будет 41 уровень. Какой нафиг, 31 уровень. И ему еще нужно 9 раркенди, чтобы уже эволюционировать в Армалдо, или как он называется, честно, я даже не помню как. Ну, как-то вот так, да. Предыдущий эпизод я смотрел уже 29 минут. Этот уже где-то идет минут 20. Я не знаю, почему у меня такое ощущение, или не знаю. Ну как-то... Какие-то там покемоны, нет? Ну, в смысле, не нахожу, как-то не везет, потому что не нахожу вообще никаких покемонов, чтобы даже то же самое прокачаться, или, например, словить какого-то покемона. Или вот, например, нахожу, как я нашел 2 Иви, и как я нашел вот Вартортла. Ну, почему-то мне вот 3 раза с этими 3 покемонами не повезло, и я их убил. Вообще капут. Так, тут нету никаких. Хотя бы. О, я вижу вот там Райчу. Еще раз повторюсь, он нам не нужен. Какой ты уровень? 28. Я тогда лучше еще хотя бы попытаюсь найти горы. Вот те самые биомы, чтобы уже наконец-то, ну, найти вот тот Тандерстоны, потому что я уже, если честно, даже не знаю, что делать. Ну ладно, прокачивать покемонов. Ну, как вы заметили, я еще раз скажу, ну как-то, ну, не везет. Или я попадаюсь на такие какие-то покемонов, которые не, как бы, доброжелатели не хотят ловиться, не хотят драться, имеют какие-то по 10 атак сразу критических. Вот нападают вот такие всякие сволочи. И поэтому не везет. И не дают вот мне прокачаться более-менее нормально. Я не убью. А хрен я его убью. А хотя убью, да. Ах, ладно, я думаю, ребят, на этом можно заканчивать этот эпизод. Думаю, вот там дальше гор уже не будет. Я там вроде нашел какой-то... Я вроде там уже был. Ну, пробежусь. И да, думаю, на этом можно заканчивать. Я сейчас... Как я говорил, слетаю домой, вылечу наших покемонов, потому что вообще попа полнейшая. Считайте, уже 2 наших покемона... 3 мертвые, которые полностью отвечают за урон. Да, тут я уже был, шерсти нету. И да, и думаю, да, вот сколько там. Ух, ни хрена себе. Я сейчас, короче, где-то минут 15 просто-напросто буду бежать домой, вылечу покемонов. Как я говорил, может еще надыбаю 10 яблочек, чтобы уже прокачать Анорита к Армалду.
вроде да, вот он так называется, чтобы уже хотя бы немножко разукрасить эпизод, потому что, ну вот последние эпизоды, и как я говорю, немножко такие скучные или не скучные, или просто не хватает экшена, можно сказать. Нету покемонов, как, которых убивать, на которых качаться, которых ловить, и нету вот, я уже за последние пару, ну, несколько часов игры, о, вот, кстати, я нашел горы. За несколько часов игры я не нашел даже ни одного покебола, который находится на земле, с которого, ну, как я думаю, вы знаете, выпадают всякие вещи. И вообще просто нету. Такое чувство, как бы, вот, когда я выхожу на охоту, тогда вообще покемоны просто убегают куда-то. А когда мне просто надо пробежать в какое-то место, их полно. Фу, я уже думал, упал куда-то в яму большую. И да, вот я, кстати, нашел вот такой вот биом, который нам нужен, чтобы найти еще два Тандерстона. И поэтому я отменяю то, что я говорил, что я сейчас бегу домой лечить наших покемонов, чтобы... Ну да, лечить, короче, покемонов. Это нет. Вот сейчас, когда я буду снимать следующий эпизод, я вот тут буду и... Попытаюсь найти еще хотя бы два Тандерстона, чтобы прокачать нашего Пикачу. Потом... Так, тут нету деревни где-то рядом, нет? Или... Или я вот сейчас где-то вот тут поблизости найду деревья, чтобы немножко... Ну, яблочек себе надыбать. И попытаюсь найти еще раз два Тандерстона, найду... Потом буду возвращаться домой, обрежу вот ту самую часть, когда я буду возвращаться, потому что я думаю, вам не будет интересно смотреть так, как я бежу 3 километра. И да, и все, я сейчас вот тут заканчиваю. Извините меня, ребята, если честно, потому что если вот такие какие-то последние серии получаются немножко скучными, я, честное слово, ну, мне так кажется, что не хватает какого-то экшена. Просто не нахожу подходящих покемонов для всех параметров там поимки или прокачки. И, ну, я говорю, я сейчас постараюсь, вот тут есть несколько деревцев, вот там есть джунгли или нормальный лес. Я вот сейчас, как я говорил, сбегаю вот туда, нарублю немножко, ну, срублю деревья, чтобы найти себе еще хотя бы три яблочко. Потом постараюсь, еще раз говорю, найти два Тандерстона. И потом сразу же иду домой, сразу же делаю Райчу, сразу же делаю следующую стадию Анорита. И потом посмотрим, короче, что будет. И да, все, всем спасибо за просмотр. Еще раз прошу свои извинения, если вот такие серии, которые как бы... Ну, короче, я, вы уже, думаю, поняли, я уже много раз договорил. И да, можете ставить пальцы вверх, если вам понравилось. Ну, не эти серии, так я говорю, ну, короче. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Сейчас продолжим.